26 марта мы приглашаем всех посетителей в Тульские древности на выставку «Вес Демьера». Выставка познакомит посетителей с историей развития торговли, весовых инструментов, гирь и, конечно же, счета с древнейших времен до настоящего времени. На выставке представлено 128 экспонатов из фондов музея-заповедника Куликово поле с 12 века до начала 20-го. Вы можете познакомиться с разными видами весов, чашечных, коромысла, безмены, кантарики, увидеть, какие существовали гири от самых-самых маленьких тульского патронного завода до самых больших 2 пудов. Можете измерить свою молодецкую силу и попытаться поднять 2-пудовую гирю. Выставка не только интеллектуально-познавательная, но и интерактивная. Мы научим вас считать древним способом абак и то, как считали тульские купцы в начале 20 века с помощью счетов. Пригласим вас в лавку тульского купца, где вы сможете на зарплату, например, штабс-капитана или фельдшера сельской больницы приобрести определенные товары. Ну, мне было очень приятно, что в Туле проходит такая выставка, интересно. Что больше понравилось? Да, понравилось, конечно, и вообще, как скомпонована эта выставка, это очень интересно. То есть это вопросы русского счета, истории русского счета, это вопросы русской метрологии. Интересен вот этот набор маленьких гирек тульского патронного завода, потому что это уже и промышленное производство, и немножко другой уже, не кустарный уровень. Вот. Ну и, конечно, всегда приятно смотреть на вещи, сделанные тульскими мастерами. Например, вот эти коромысловые весы. Ну, то есть здесь и традиционное видно наше тульское искусство металлообработки и украшения, в том числе, например, всечка. Вот. То есть на такие артефакты всегда приятно смотреть. Приглашаем вас в Тульские древности на выставку «Вес Демьера», которая продлится до 27 августа.